Чердачное окно отворено, я выглянул в него. Подоконник врезался в живот. Под облаками кувыркался голубь, над облаками синий небосвод. Не потолок напоминал, а прорубь. Светило солнце, пахло резиной, наш флюгер верещал, как косатой. Дом тень свою отбрасывал, а забор на тень свою отбрасывал, а землю, что несколько уродовало двор, поодаль гумно оседали в землю. А наш петух тоску свою глушил. Такое видя в сильных кукареках, я сухо этой драмой пренебрег. Включил приемник «Родина» и лег. И этот Вавилон на батарейках донес, что в космос взвился человек. Оу! А я лежал, не поднимая век, и размышлял о мире многоликом, и рассуждал, зевай или примечай, но все равно о малом и великом. Мы, если узнаем, то невзначай. Все переношу нормально, самочувствие отличное настроение.